Палатка Basque Friend 3. Трехместная палатка. Эта палатка предназначена для ежедневной постановки и снятия. Это маршрутная палатка. У нее в комплекте 4 одинаковые дуги, которые можно собрать предварительно, а можно собирать в процессе установки, кому как удобно. Первое, что нужно сделать перед установкой палатки, проверить, застегнуты ли все молнии, чтобы во время установки палатка не перекашивалась. Все дуги вставляются с одного торца, широкие карманы. Процедура очень простая. Просто до конца вставляете стойку в карман глухой. Она туда попала, в эту ловушку. А другой конец заводим в пластиковый стаканчик. И так поступаем со всеми дугами. Причем, если вы обратите внимание, это делается мною, практически не сходя с места, потому что все стойки заводятся с заднего торца палатки. Стойка попала в карман. Другой конец заводим в пластиковый стаканчик. Половина работы сделана. Все, у нас осталась последняя стойка. Как вы видите, в этой палатке есть такая особенность, что здесь нету никаких тамбуров, которые нужно оттягивать отдельно. Чтобы добиться лучшего натяжения, используем пряжки. Если вы ставите палатку в условиях ветра, то можете ее с помощью колышка заякорить грунту. Открываем вентиляционные клапана. Моя рекомендация для того, чтобы эта палатка лучше вентилировалась, оттянуть вот эту вот грань за специально предназначенную для этого петлю. Тогда здесь получается достаточный зазор, чтобы палатка продувалась сверху вниз. Теперь я вас познакомлю с некоторыми особенностями данной палатки. Во-первых, это ее так называемая самостоящая схема. То есть для того, чтобы полностью растянуть всю палатку, достаточно только завести стойки в карманы. Никаких отдельно оттягиваемых полостей у этой палатки нет. Также у этой палатки реализована такая схема вентиляции внешней, которая позволяет улавливать палатке ветер любого направления. Вот здесь вот, на передней части палатки, сделаны, расположены под углом друг к другу ветрозахватные каналы. За счет того, что высота рукавов достаточно высокая, ветер, когда он дует, он захватывается этим каналом и поступает в вентиляционное окошко. Точно так же симметрично расположено второе вентиляционное окно. То есть если ветер дует вдоль продольной оси палатки или под каким-либо углом, под любым углом, он будет неизбежно захвачен и проведен вдоль всей палатки до заднего вентиляционного окна. Расстояние между передним вентиляционным окном, которое является входом вентиляции, и выходом составляет около метра, что вполне достаточно для образования надежной проточной вентиляции. Ну, теперь ознакомимся с устройством палатки изнутри. Открываем дверь, и чтобы она не болталась, фиксируем ее в открытом положении. Палатка FM3 – это палатка двухслойная, которая состоит из тента
и внутренние палатки. Во внутреннюю палатку ведет вот такая большая удобная дверь. Входная дверь у данной палатки состоит из двух частей. Это, собственно, дверь, которая сделана из противомоскитной сетки, и ставни. Чтобы можно было использовать эту палатку в холодное время года. Чтобы дверь не мешалась, не валялась под ногами и не пачкалась, просто убираете ее в расположенный карман, и она вам не мешает. В этой палатке удалось сделать практически вертикальные стенки. Поэтому, когда человек лежит в этой палатке, у него над лицом ничего не нависает. Как вы видите, высота вполне достаточная. Значит, во внутренней палатке сделано три больших вентиляционных окна, закрываемых ставнями. А также палатка оснащена большими карманами и всевозможных мелочей. Также есть подвесная полка, куда можно положить фотоаппарат, навигатор. Ночью подсветить себе фонариком. Этот экземпляр палатки является опытным образцом. У тех серийных палаток, которые будут вам доступны в магазине, цвета будут несколько другие. Внешняя палатка, тент, будет изготовлена из светло-желтого цвета, а внутренняя палатка будет иметь зеленоватый оттенок. Несколько слов о материалах палатки. Внешняя палатка будет сделана из очень тонкой, но очень прочной ткани с двойной пропиткой. Снаружи у нее будет силиконовая пропитка, а изнутри пропитка из полиуретана. И поэтому все швы внешней палатки будут проклеены специальной лентой, для того, чтобы по швам не протекала вода. Внутренняя палатка будет сделана из дышащей ткани специального плетения рипстоп. Это плетение, которое не позволяет распространяться, возможно, в процессе эксплуатации порезом. Ткань будет дышащая, легкая. Так, кстати. Он говорит, он так, ну-ка. Так.